В Британии появился 9-летний железный человек. Почувствовать на себе все прелести этой непростой роли смог Доминик Пейс. На один день он взял на себя ответственность за спасение жизни местных жителей. Маленький мечтатель борется с таким заболеванием, как муковисцидоз, и благотворительная организация Make-A-Wish Foundation, которая помогает детям с тяжелыми болезнями наслаждаться жизнью, решила исполнить заветную мечту Доминика. В таком мероприятии все серьезно. Железный мальчик, нам нужна твоя помощь. Репортер Хоуп Джой была похищена. Я поеду туда и одолею Альтрона раз и навсегда. Все действия на площадке разворачиваются стремительно. Все силы полиции стягиваются к набережной по воздуху и воде. В схватке с одним из помощников Альтрона наш супергерой побеждает и освобождает девушку, получив награду «Поцелуй». На этом железный человек не расслабляется и спешит на помощь заложникам оперного театра. Решающая битва, и злодей оказывается в руках полиции. Ну а маленький супергерой принимает заслуженные овации. Все было очень классно. Один день из жизни супергероя готовили несколько месяцев, и удовольствие это дорогое, но организаторы признаются, что это того стоило.